Сегодня посвящается мне. Стихи Илюши Ефимова. Между томов истории, стен, потолка, паркета, Господи, в этом доме нет твоего портрета. Шляпа гвоздиных ржавь лишь, каждый на совесть вогнан, если не возражаешь, я помолюсь на окна. Господи, в этом дыме ищешь любовь все реже. Если не нужен ты мне, я-то тебе зачем же? Мудростью не отмечен, грязен одежда мнется, и ни одна из женщин больше не обернется. Как на этапе сынный, реженый в ложь чудила, даже пока на сына сил еще не хватило. Так и живешь, гадаешь, толст, неуклюж, простужен, если не покидаешь, значит, зачем-то нужен. В блохах кобели блесла и в собственном разгильдяйстве. Может, и я полезным буду в твоем хозяйстве. Кончи ты эту муку или замени другую. Если не дашь мне руку, хоть помани рукою. Хоть из-под пива тарой, хоть для кота подстилкой. Даже ботинком старым, даже гвоздем в ботинке. Просто одной из скрепок, листья судьбы держащей. Я еще, ох, как крепок, только прошу нижайше. Делишь ты или множишь, мучай костяшки счетов, если, конечно, можешь. Боже, не будь расчетлив, если в твоей корзине что-то еще осталось. Господи, дай мне силы, 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 Господи, дай мне славу. Если не возражаешь.